Меня зовут Алексей Ницца, и сегодня я расскажу, как создавать красивые графики из файлов с данными и полноценные отчеты с помощью Slemma. Онлайн-сервис Slemma очень похож на всем известный Инфограм и позволяет создавать различные виды графиков или полноценные страницы с различного типа контентом, но отличается возможностью подгружать данные из разных источников. Для начала необходимо зарегистрироваться или войти с помощью одного из своих аккаунтов в социальных сетях. После входа я попадаю в тестовую папку «Инфографика» с примерами. Именно в таком виде будут отображаться будущие графики и страницы. Все готовые работы будут представлены в виде списка, элементы которого можно удалять или копировать, а также искать нужный график в верхней строке экрана тогда, когда готовых работ станет достаточно много. Снизу справа есть кнопка с плюсом, при нажатии на которую можно добавить график или страницу, а также создать новую папку. Также можно перейти в раздел «Данных», где будут отображаться все наборы данных. Нажимая на плюс, можно загрузить файл с данными из одного из источников. Например, я могу привязать свой Google аккаунт и получить доступ к своим таблицам в Google Drive. После загрузки таблицы данные появляются в списке, и теперь их можно использовать для создания графика или полноценной страницы отчета. Для примера я создаю график, и мы видим, что здесь есть достаточно много настроек внешнего отображения и размера графика. Важно отметить, что в бесплатной версии не работает автоматическое обновление данных, а это значит, что подключая обновляемую Google таблицу, нужно будет вручную обновлять источник данных для обновления графиков. Перейдя обратно в папку с примерами, я открою один, чтобы показать, что же можно создавать с помощью Slemma. Как видим, здесь можно создавать полноценные отчеты, на которые помимо графиков можно добавлять текст, изображения, графические элементы и видео. При нажатии на конкретный график можно в любой момент изменить его тип, а также отображение. При этом каждый график можно сохранить на своем компьютере как картинку или как набор исходных данных. После того, как работа над созданием графиков и страниц закончена, ею можно поделиться с помощью ссылки или вставить на свой сайт с помощью кода, сделав ее общедоступной. Таким образом, с помощью Slemma можно создавать полноценные отчеты с разного типа графиками, а возможность использования различных источников делает загрузку данных еще более удобной.